Исследователи также интересовались, за какую партию проголосовали респонденты. Выяснилось, что больше всего среди тех, кто хочет ограничить число беженцев, сторонников АДГ, Свободных демократов и Союза ХДС-ХСС. Но даже каждый второй избиратель социал-демократов и левых тоже за то, чтобы в Германию пускали не всех. Напомню, только Баварский христианско-социальный союз официально требует ограничить число беженцев цифрой в 200 тысяч человек в год. Ангела Меркель до сих пор называла эту меру ненужной. Также против высказывались и руководители других партий, которые могут войти в новую правящую коалицию – «Свободные демократы» и «Зеленые».